Первый контакт. Есть контакт. От винта и... А ведь у нас как? Ежели, скажем, ламбаду сплясать, так это Горький. А как в прямой эфир идти, так это Днепр или Донецк. Итак, сегодня в бой идут одни старики, женщины и дети. Выступаем маленькими партиями. Ха, а чем эта маленькая партия отличается от большой? Ну, маленькая партия ошибается по-маленькому, а большая по-большому. Шагом! Шагом! Харш! Интересно, а что там сейчас делают москвичи? Как всегда, бьют часы на Спасской башне. Что? И все? Нет, еще телевизор смотрят. Мы Зауру смотрели, но понять не мог никто. Показали 30 серий, а на самом деле 100. Эпизод нам не включили, серий 70 всего. Где Леон всего противный, все ж добился своего. Привет москвичам от Донецкого рай гор стать. У тебя что, ком в горле застрял? Да нет, просто здесь воздух такой, что очень кушать хочется. Да, действительно. А как у нас с едой? А вот Джани Ротари, волшебный голос предсовмина. Цитирую. Наш народ вырастил великое множество грибов, маслюков и рыжиков. Маслят! Ага, маслят и рыжков. Поистине, гласность не имеет границ. А ведь раньше для выезда за границу нужно было присесть на дорожку и помолчать лет 5-10. А теперь в газете «Юный ленинец» прямо пишут: в борьбе за дело КПСС. И сильно за дело! Аж с полосков съехали. А в связи с гласностью вышел роман Горького «Мать» с полным названием. Более того, на детской киностудии после удачно завершенных съемок фильма «Цыган» приступили к съемкам нового фильма «Еврей». Да, но там возникли сложности со съемками второй части фильма «Возвращение еврея». Наш прогноз. Сегодня в Москве днем 15-20, ночью 25-40. Мы передавали цены на водку. Так вот ты какой! Прямой эфир! Да, прямой эфир, о невозможности которого столько говорили большевики, наконец свершился! Мы в эфире! Хоть один